Всем привет! Давайте протестируем маркер Fixit Pro. Имеется у меня на машине глубокая царапина. Снят не только лак, но и краска до грунта. Маркер перед использованием нужно оснастить дюк и прокачать ее до появления жидкости. Место царапины следует помыть. Начинаем замазывать наши повреждения. После нанесения протрите салфеткой. Вся эта информация указана на маркере. И как видим, с царапиной ничего не произошло. А теперь попробуем удалить царапину поменьше. Также промыли место царапины, намазали и протерли салфеткой. Да, здесь результат куда эффективнее. Подведем итог. Для небольших повреждений маркер можно использовать. Для глубоких царапин это мусор.